Мои братья и сестры, инна лилляхи ва инна илайхи раджиун, субхан Аллах. Страшная авария произошла в России. Точно где, мы пока не знаем, но мы знаем, что погибло 5 человек. И даже не знаем, кто они, узбеки, кыргызы, таджики. Братья, пусть Аллах простит им грехи и подарит джаннатул фирдаус. Ну, братья предполагают, что эти братья могут быть из Таджикистана, то есть, как вы видеоролики видели, там еще наши братья находились. Что могу сказать, братья, если кто знает этих братьев, если нужна будет помощь отправить тело на родину, иншаллах, мы готовы помочь со своими подписчиками по воле Аллаха. Так что, братья, если что, я оставляю свой номер, можете позвонить мне, вдруг, если нужна будет от нас какая-то поддержка. Братья, берегите себя и сделайте дуа за этих братьев, и также пусть Аллах одарит родителям, родственникам, близким терпение, субханаллах. Что могу сказать? Обязательно в комментариях пишите дуа, поставьте лайк, распространите. Вдруг найдутся родственники. Если им нужна будет помощь, иншаллах, мы готовы по воле Аллаха помочь, чем можем. Всем ассаляму алейкум, братья, берегите себя. Ассаляму алейкум, мои братья и сестры. Пересечение границы вот в таких комфортных машинах. Наши братья с опытом уже более 10 лет этим занимаются. Альхамдулилля, я с ними уже долгое время работаю. Находится метро Румянцева, можете посмотреть. Приедете, иншаллах, сядете, уедете. И у кого будет проблемы с документами или долг золотой короны, на законных основаниях они это тоже решают. Братья, ассаляму алейкум, апалар, юкалар, иншаллах, ким кирдикса, мана наши машиналарда, комфортные машиналарда, метро Румянцевага келасылар, шу номерге телефон кыласылар, иншаллах. Хаттыржам, документилер, проблема болса, ям канакадыр, акеларымыз апкирип, обарып апкелады, иншаллах. Брат, скажи пару слов. Салам алейкум, апу, аку, хохару, дудару, хамма каса, аку. Кадомы ки граница к заштам, михрам, мархамат, кнезан, иншаллах, бахус, яло, сок, саламат, бурдам, юрим, муш.